Chu-chu-bu-jai-ta, la-bu-ju-ju-ju, ай-ju-ju-ju-ba-бай-бам. Так, ну что? Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Сегодня я так давненько думал над этой темой. А что там, как говорится, думать? Все готово. Единственное, надо что было сделать. А тема какая? Какая тема? Тема, что есть... Камушки там в печени. В печени, в почках есть твердые камушки. Ну, мы сейчас разберем у печени. И люди спрашивают, нет, да задают такой вопросик. Мне 67 лет, в желчном пузыре 12-миллиметровый камень, как чистить? Я так понимаю, камень твердый. А есть люди... Очень образованные, очень знающие, очень, знаете, просто их слушаешь вот на свою тему, думаешь, ну, разбирается человек от и до. Но что касается здоровья, ну буквально таки, или запустил, или еще что-то там такое, ну, грубо говоря, выращивают в желчном пузыре, так, вот сейчас как раз показываю, вот такие вот твердые камушки. Как от них избавиться? Вот смотрите, если камушек 12 миллиметров, опять-таки, вы должны взять ответственность на самого себя. Если он вас не беспокоит, то, грубо говоря, и вы его не беспокойте. Живите и живите. Если он вас беспокоит, то тогда можно... попробовать чистку печени побуревой. По крайней мере, вот этот вот камушек 12 миллиметров, такие вот камушки, даже больше, проскакивают без всяких проблем. Но опять-таки, я не даю вам 100% гарантии. Потому что те камушки, которые я вам показываю на фото, вышедшие, они могут быть и 2, и 2,5 сантиметра в диаметре. И человек как-то их выплюнул, все нормально, не спазмировалось ничего, все это там прошло и прочее. Без проблем. Но надо взять ответственность на себя. Если же вы не берете такую ответственность, а он вам досаждает, ну, грубо говоря, тогда медики вам в этом деле помогут. Не знаю, оставят они вам желчный пузырь. Скорее всего, они его удалят вместе с желчным пузырем. Считается, и так проживете. И так нормально. Как вы будете жить, что вы будете дальше жить, это не касается. Камня нету? Нету. Все, отвали. Идем дальше. Вот, грубо говоря, чистить печень по бабушке Буревой вы не хотите. Что можно сделать в этом случае? Мир чисток огромен. Просто-напросто огромен. Оказывается, есть и растворяющие средства. Опять-таки, видите, вот перед вами сидит экземпляр, который с помощью талой воды, которую пил талую воду, я уже в который раз говорю, талая вода, это та вода, в которой плавает лед. Грубо говоря, полуторалитровую бутылку чистой воды в холодильник засунули, на ночь высунули, поставили на стол. Растаяла, грубо говоря, столовая ложка воды, вы выпили, и стоит она, тут что-то вы там делаете. Растаяла, допустим, 2 столовые ложки воды, вы выпили. И так вот пьете, пока есть у вас там лед в течение дня. И в результате у меня растворились камушки в почках в одну и другую. Выход их, сразу скажу, был очень болезненным. Естественно, я кричал, охал, все было. Я понял, что это такое. Далее, я специально сейчас... заострю ваше внимание, вот найду книжку «Без очищения нет исцеления». И там я как раз разобрал, а какие средства могут растворять уже натуральные камни, там, известковые, там, какие-то там, ну, грубо говоря, твердые. Это вам не билирубиновые, не биливердиновые, не воскоподобные камушки, это настоящие гельбики. Как их можно растворять? Итак, я ищу и начинаю вам немножко рассказывать. Итак, книжка «Без очищения нет исцеления».
Страница 281. 6 проверенных способов изгнания желчных камней. Многих людей мучают камни в мочевом и желчном пузыре, и их интересует, как можно от них избавиться без хирургического вмешательства. Ниже я приведу несколько рекомендаций на эту тему. Вам остается выбрать наиболее приемлемое для вас. Уже все написано. Взять ответственность на себя и решиться, будете это делать, не будете. Итак, доктор Норман Уокер рекомендует следующую методику. Сокотерапия. Пить по 10-12 стаканов горячей воды. В каждом стакане должен быть сок одного лимона. И далее прочитайте. То есть вот тут лимонный сок выступает в качестве растворителя. Плюс, ну, растворителя. Горячая вода, она будет способствовать тому, что будет как бы спазмы снимать, какие-то боли снимать, лучше проникать она будет. То есть первый я вам рассказал, он не весь. Тут еще будете читать. Третий способ. Некоторые целители считают, что желчные камни могут раствориться от длительного регулярного приема свекольного сока. При этом желчные камни растворяются постепенно и безболезненно. Что для этого делают? Берут несколько головок красной свеклы. Обычно две головки общим весом от 800 до 100 граммов. Тщательно чистят и моют, помещают их в 5-литровую кастрюлю и заливают 3 литрами противой воды. Закрывают крышкой и... Ну, противой воды, это чистой воды, это я тогда писал, заморачивался. Чистой воды закрывают крышкой, доводят до кипения. Затем огонь сбавляют и очень долго варят на маленьком огне, чтобы вода закипела. Обычно на это уходит закипело, кипело и выкипало. Уходит около 5-6 часов. В результате получается густой сироп, а свекла вываривается до белого цвета. Отвар слит, а свеклу измельчить на терке, отжат через марлю и другую посуду. Затем оба отвара соединить. В итоге у вас получится литр или чуть больше сиропа. То есть сироп у вас получился. И вот этот сироп по 3/4 стакана пьете несколько раз в день. Перед употреблением сироп подогреть, чтобы был теплым. Можно пить за 30 минут до еды, в промежутках между едой спустя 1-2 часа. Знатоки утверждают, я не пробовал этот метод, поэтому не могу сказать, что камни в желчном пузыре довольно скоро растворяются, даже если были очень большими и безболезненно выводятся. Если камень крупный, лечить надо не менее месяца. Да, ё-моё, за месяц растворить, допустим, гельбит, да это вполне нормально. То есть это как раз растворение, растворение. А теперь я еще кое-что скажу, это кое-что для себя. Важная вещь на странице 288. С помощью каких средств и как можно очищать почки вообще, тут интересно. Смотрите, вот если там камни у вас там в почках, там в мочевом пузыре, в желчном пузыре, вот как раз величайший врач средневековья Авиценна пишет, цели, к которым стремятся врачи при лечении от камней вообще, прекращение образования их материи, предотвращение зарождения камней путем устранения причины и исправления ее, а затем крошение и дробление камней, срыв их и удаление с того места, где они повисли, при помощи лекарств, производящих такое действие, после чего их удаляют мягко и постепенно. Видите, что надо делать? А не просто вот камень, сейчас мы его доробим, или еще что-то. Ну и что? Дальше нарастет новый камень, если вы ничего не сделаете. То есть вот каким-то чудесным образом у вас этот камень убрали. А вы как ели, так пили и так и продолжаете тот образ жизни. Они нарастают. И, кстати, вот здесь вот я привожу... Данные привожу интересные. Из большой медицинской энциклопедии почечно-каменная болезнь. Фосфаты и карбонаты, седрум из щавелевой кислоты и мочевой кислоты растут очень быстро и могут достигать огромных размеров.
по данным Израиля, это фамилия врача, через 16 месяцев после операции удаления многочисленных камней у того же больного вновь удалено 57 очень больших конкрементов, состоящих из углекислой извести со следами фосфорно-кислой аммиак-магнезии. И вот для себя, любимого, и для вас я провел такое исследование. Исследование. В чем оно заключается? Теперь остается ответить на вопрос, какие же вещества, попадающие в кровь и мочу, обладают выраженными, дробящими и рассасывающими свойствами. Вот эти вещества, эфирные масла, разнообразные пигменты и красители, именно пигменты и красители в свекле, зачем мы ее варим, зачем мы получаем этот сироп, именно эти пигменты и красители начнут растворять этот камень. Органические кислоты и щелочи, и это если мы с вами начнем очищать с помощью лимона, свежего лимона, свежих лимонных соков, горечи, вещества, образующиеся в самом организме. Это, как правило, они в моче находятся. Вот когда вопрос был, пить мочу, не пить мочу, вот для чего? А вот если вам что-то надо растворить, оказывается, можно воспользоваться этим способом. Так, теперь смотрите, эфирные масла, вот я разбирал тогда, помню, для себя, они обладают следующими свойствами. Значит, жгучим вкусом, они легко растворимы в органических растворителях. Ввиду того, что эфирные масла нерастворимы в воде, они имеют тенденцию скапливаться на какой-либо поверхности, камня. Например, на поверхности камней в печени, в желчном пузыре, почках, мочевом пузыре. Другими словами, действующее начало эфирных масел скапливается там, где оно необходимо, и сокрушает камни в песок. Отсюда такой потрясающий эффект эфирных масел, особенно пихтового масла. Далее, смотрите, береза белая, отвар из листьев измельчает, что там говорит, горечь птичий, ель обыкновенная, земляника лесная, кедр сибирский, крапива двудомная, кукуруза, липа. Лопух, так, это там, где содержатся эти масла, все это я перечислил их, вот я уже пробрасываю это все. Второе, это первое подразделение мы разобрали, и с помощью чего можно растворять камни, да? Второе, разнообразные пигменты и красители. Наличие пигментов и красителей в жидкостях уменьшает их поверхностное натяжение. Чем меньше поверхностное натяжение жидкости, тем легче и лучше она растворяет, проникает в микропоры и разрушает твердое образование. То есть механизм, за счет чего? Опять перечисляется, где что имеется. Далее, третье, органические кислоты и щелочи, камни в почках. Песок в почках. И, наконец-таки, четвертое вещество, образующееся в самом организме. Мы используем основной гомеопатический принцип. Подобное излечивается подобным. Далее пошли у нас тут. Что тут еще? Вот. А теперь нам остается рассмотреть срыв раздробленных камней и их в мягком постепенном изгнании из организма. Что мы используем? Горечи мы используем. Второе, слизистое, обволакивающее, мягчительное, противовоспалительное, расширяющее средства. Ну описано. Это целая работа. Вот кто-то, знаете, хаманул и открыл курс. Оп! Вот представьте себе, сколько вы тратите мани на то, чтобы вот вам избавили от этого камня, потом реабилитацию, еще что-то. Либо же вас после избавления от камня сделают так, что вы на всю жизнь остаетесь инвалидом. Вот так-то. Дополнительная рекомендация во время прохождения камней и песка там, по мочевым пузырям, по желчным пузырям. Все есть. Так что смотрите. Опять-таки, не надо упираться в одно. Вот мы знаем чистку печени с помощью там, лимонного сока и масла. Оказывается, можно, если знать, все это сделать мягко, легко
и даже незаметно для организма, и для самого себя. И оставаться здоровым. Здоровым. Ох, здоровым.